Эл, панораму так сделай. Вот так. Сюда встань. Вот сюда встань. Ну это там. Ну, блин, быстро, ёпта. И Вовкин дом тоже. Вот так вот панорама. По кругу и Вовкин дом. Мокро здесь, блин. Ого, видал? Какое сегодня число-то? Да, сейчас, подожди, отойду, блин. Это пипец, ребята. Это, значит, открытие охоты. Нафиг, понимаешь, вот. А мы вот... Сегодня 23 да, апреля. Да, с Юрой приехали... 9 типа, часов утра где? Да, типа на охоту, типа, понимаешь? Вот. Снегопад начался снег вчера вечером. Снег валит. Часов в 6 вечера. То есть часов 12 уже валит снег. Не прекращай. Да, вот тебе и на. Вот тебе и охота все. А тяга будет классной. Да. К водке. Куда там тяга, к чему там тяга будет. Да, не знаю, блин. Короче, валит и валит, ты представляешь, вот... Сказали, что осадки, но осадки сказали кратковременные. Да-да, и местами. Вот тебе место. Гисметео наш, понимаешь? Вот, их мы находимся на том же самом месте и продолжаем наш этот репортаж. Сейчас 23-е, 15 часов 15 минут. И вот продолжение. Только это что прошло... было все в снегу. Сколько прошло? Сейчас посчитаем, сколько прошло. Караул. Только что все было снимки. Вот, местные говорят, что был паводок, и сейчас он вроде бы спал, говорит, там сантиметров на 20, но это же тоже много воды. А вот сколько сейчас прибудет? То есть паводок сейчас будет возрастать опять. Ну, местные говорят, что спал на 20 сантиметров. А сейчас будет опять прибыль.